Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. В каком классе ты учишься? Во втором. Во втором? Это у тебя оценки за первую четверть? Да. Ну что, пятерки прям все, да? Молодец. Бабушка, наверное, помогает. Нет. Нет, он сам. Значит, бабушка у тебя молодец. Ой, да. Написала мне письмо. Говорит, Максим имеет мечту. Так, как ножку. Он хочет на елку попасть. Есть такая? Да. Есть. Поедешь? Да. Готов уже? Да. Какой костюм есть? Ниндзя. Да. Так, ну ладно. Если я тебя приглашу на елку, приедешь? Да. Вот тебе приглашение, огласительный билет на губернаторскую елку, которая состоится 22 декабря в час дня в Амурском областном театре кукол. Ты был в театре кукол? Да. Нет. Они к нам приезжали, мы здесь не приезжали, там мы не были. Я тебя жду обязательно, ты приедешь, у тебя вот такой пригласительный билет. Давай, учись хорошо. Ну, мы в прошлом году смотрели, как проходила елка губернаторская, какое представление было, как было после спектакля в театре кукол там был какой. И так захотелось, потому что у нас таких нет мероприятий же больших. У нас есть елка, да, на станции да. Юнатов. И тебе еще один подарок здесь. Ой-ой-ой. Машинка на управлении. Все, ниндзя на таких ездит, видишь, он ниндзя черно-синий. Все. Обалдеть. Все, это за то, что ты учишься хорошо на одни пятерки, видишь, и у тебя все классно получается. Люби своего папу, бабушку и обижай их.